Зачастую люди придумывают себе иллюзию так изощренно, что сами начинают в нее верить. Приветствуем на сцене студенческий строительный отряд Терпимова. Аплодисменты, мирно, но вас не слышно! Я уже неделю не писала. Мне нужно закончить роман. Глава вторая. Палач Чуз. Она нашла его в толпе. Именно в толпе. Злой, серый, жужжащий. Он выглядел испуганно и всем своим видом давал понять, что ему нужна помощь. Он ее получил. Дальше дело техники. Она любила его под себя, доводя до совершенства. Все ее мысли были заняты только им, тем человеком, о котором она так часто думала. Итак,